яблони россиянка начинает плодоносить на четвертый год после высадки в сад. Сорт обладает хорошим иммунитетом, в частности к такому грибковому заболеванию, как парша. Вес одного плода с яблони среднего возраста 120-140 грамм. При сборе яблоки имеют зеленую окраску с чуть заметной желтизной. В процессе хранения и по мере созревания плоды приобретают золотисто-желтый цвет. Яблони россиянка – самоплодный сорт, но при опылении насекомыми и при наличии в саду родственных деревьев, урожайность яблони и качество плодов увеличивается. Яблоки не созревают на дереве. Их снимают заранее в конце сентября-начале октября в зависимости от климата. Зрелости плоды достигают через месяц после съема. При соблюдении всех условий яблоки сохраняют свои вкусовые и полезные качества практически до лета.